Здравствуйте, дорогие друзья! Этот урок посвящен аккорду фа, диез минор, септаккорд. Итак, первый вариант игры, самый простой, это когда используются два пальца. Первый палец это ставится на втором ладу барашка, и вторым пальчиком, иногда вторым, иногда третьим, мне удобнее третьим, я играю на четвертом ладу пятой струны. Фа, диез минор, септаккорд. Еще один такой же вариант, это когда мы оставляем барашку на втором ладу первым пальцем, дальше второй палец на четвертом ладу пятой струны, третий палец на четвертом ладу четвертой струны и четвертый палец на пятом ладу второй струны. Вот такой вот вариант второго аккорда. Третий вариант, это мы берем барашку по пятой струне. Первым пальцем девятый лад, прижимаем пять струн, шестую мы не будем играть. Третий пальчик у нас находится на одиннадцатом ладу четвертой струны и десятом ладу второй струны наш любимый второй пальчик. Фа, диез, минор, септаккорд. Следите за уроками, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Играй как Бенедикт.